В Щелковском перинатальном центре регулярно проходят занятия в рамках школы для будущих родителей. У мам встречи с психологом пользуются популярностью. А как дела обстоят с папами, решили увидеть своими глазами. Сразу бросается в глаза, в какой уютной, дружеской атмосфере проходят встречи. Ведет их медицинский психолог с 15-летним стажем. На занятия, посвященное теме, как оказать поддержку жене в декрете, собрались желающие получить ответы на волнующие вопросы. Тема такая непростая, она вроде бы не папина, да? не вам, мужчинам, но раз вы здесь присутствуете, значит, вы задумываетесь, да, и с пониманием относитесь, что декрет. Да, это на самом деле непростое время для женщины в первую очередь. А так как вы семья, вы совместно должны пройти этот период, да, пусть с одной стороны очень счастливый, с другой стороны, правда, очень непростой. Папы узнали, что сложность декретного периода для женщины заключается в том, что первые месяцы жизни ребенка ее сон становится прерывным, а с базовыми физиологическими потребностями шутки плохи. Природа так устроена. Пока ты не будешь удовлетворять свои базовые потребности, ты не выспишься, ты не отъешься, плюс безопасная и вода, ты не сможешь перейти на другую, как бы, ступеньку. Другая ступенька – это потребности, которые не относятся к базовым, но тем не менее важны для полноценной жизни. Как помочь маме избежать эмоционального выгорания, было интересно послушать всем участникам встречи. И молодым папам, которые готовятся стать родителем впервые, и тем, кто уже имеет опыт отцовства. Иван станет папой уже в четвертый раз, но тем не менее на встрече ловил каждое слово специалиста. Здорово, когда можно для желающих, кто желает, может получить помощь – это неоценимо на самом деле, потому что я знаю, что есть множество курсов платных, на которые люди ходят. И если можно это получить здесь, в городе, в замечательном центре, еще и в такой дружеской, теплой обстановке, на удобном диване, это просто супер. Очень удивительно, что пап приходит немало. И папы подготовлены, то есть папы задают вопросы, видно, что они уже включаются в эту тему, что очень радует. В рамках образовательного проекта подготовки к здоровому материнству и счастливому детству бесплатные занятия для женщин проводятся каждый вторник и четверг. Для пап занятия проводят раз в 3 месяца. За анонсами встреч удобно следить в телеграм-канале Щелковского перинатального центра. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.